Pirmas puses projekta rezultāti. Labākas dienas Daugavpils novada kākiem, kas tiek veikts pateicoties Borisa un Innaras Teterivas fondām. Sadarbībā ar Daugavpils novada domi. Projektu realizē biedrība 2. maija dzīvniekiem. Pusgadu laikā tiek sterilizēti un kastrēti 109 kaki. Tiek veikta arī palīdzība sociālajiem ģimenēm un cilvēkiem, kuri apkop un rūpējas par bezsaimnieku kakiem dzīvojuma māju tūvumā. Ir cilvēki, kuri ir pateicīgi un grib pateikt paldies tiem, kas nodrošināja šo projektu un realizēja to. Lūdzu, pastāstiet, kā jums tas palīdzēja? Kaķi ir ļoti priecīgi pagaidām. Kur jūs mūs atrādāt? Kāpēc jūs pie mums... Man viena kaimiņiene atnesa vienu kaķenīti pirms vairākiem годам он тейца, подержи у себя какое время, пока я вот что-то там сделаю. И так от этой кати родилось daudz kaķēnu. Un viena kaķenīte uz ielas bija pelēka tāda, to es pati atnesu mājās, un tā viņi savairojās te. Cik jums kaķu tagad ir? 12 laikam manā uzraudzībā. 12. Kāpēc tieši piedalīties mūsu projektā, jā? Un vai jūs vispār zināt kaut ko par mūsu projektu? Nu, es šo to zinu, bet piedalījos tāpēc, ka man nebija citas iespējas. Adrese jūsu ir, un es vienmēr atceros par jums, ka jūs tomēr darat dabai labu darbu. Man žēl to kaķu, ka viņiem nav dabiskā vairs iespēja, bet, nu, kur pasauli nevar arī aizpildīt tā. Nu, man liekas, ka viņi jūtās, nu, varbūt drusku, kā saka, apdalīti, bet nekas. Spēlējas un visu, ko rauj zemē, un man no skapja izrauj visus kleitas, noliek zemē un guļ uz viņām. Jā, un tagad viņi nevairojas, jā? Ne, tas jau, jā, tas jau mani citādi jau es nevarētu nekā. Tas labi, paldies jums. Как вас зовут? Нина Кравченко. А где вы проживаете? Долгопишский район, Малиновый Пагасяш. Как вы считаете, такой проект, он необходимый был? То есть он вам помог как-то? Просто помог, помогли, посоветовали. На будущее, вот скажите, вашим соседям вы бы посоветовали стерилизовать животных? Посоветовала бы, да. Расскажите немножко о себе, о том, как вы узнали о проекте, и нужен ли такой проект вообще, и чем он вам помог? Ну, вообще-то такой проект нужен. Потому что, во-первых, он помогает то, что, ну, меньше будет бродячих котов. Как говорится, меньше не будут плодиться, и, как говорится, меньше людям будет проблемы о том, что думать, как их прокормить, чтобы меньше было бездомных котов. Вот, ну, в принципе, хорошо, что такая организация есть. Котик стал лучше себя вести после кастрации? Да. Ну, лучше, спокойнее стал. Уже больше дома, уже так не уходит. Уже все. Ласковее стал. Большое спасибо. Спасибо большое, да, что вообще такая организация есть. Спасибо, да, Краевой Думе, что вообще такую проявили помощь и, ну, вообще многодетную семью. Вы живете в поселке Вишки, так? Да. Скажите, у вас большая здесь проблема с бродячими котиками? Очень. Да, все приводят, подбрасывают, или около магазина бросают, или вот здесь знают, что, в общем, котов очень много. Проект, который осуществляется в данное время, вот сейчас закончила первая половина проекта, по стерилизации котов, которая для местных жителей бесплатна, он очень полезен для вас был? Да, очень. Кто бы собрался, знаете, платить деньги такие, чтобы стерилизовать. А так хорошо приехали, забрали, привезли обратно. Все очень хорошо, бесплатно все. И это всем тут все довольны. Все вот соседки моей очень много котиков и всех стерилизовали. И теперь она никаких проблем. Скажите, а сколько у вашей соседки вот конкретно в этом дворе жило постоянно котиков? Ну, 16-18, так, наверное. Было, может быть, и больше, но вот, а теперь у нее все стерилизованы, и котики, и кошечки, все прямо, она очень довольна. Что приходилось делать с котятами? Ну, вы знаете, даже и приходилось и уничтожать, а искали хозяев, всех упрашивали. Вы знаете, какая проблема, вот они такие красивые, маленькие, надо кого-то найти, кого-то уговорить, что надо держать, чтобы не бегали такие бездомные. Очень большая проблема. А теперь вот, я говорю, что очень хорошо, даже вот и мою кошку стерилизовали, уличную. Так что теперь никаких проблем. Потому что раньше были таблетки бесплатно, да, а теперь, ой, бесплатно, без рецепта. А теперь нужен рецепт, чтобы котам, кошкам давать таблеточки. Так что очень неудобно. А теперь уже, я говорю, что прямо... Очень хорошо, никаких проблем у нас не будет. Спасибо большое. Нам очень повезло.